Саудовской Аравии, в городе Балджураши, минувшей ночью 10 ноября, прошел сильный шторм с градом и ливнем. Мощный град и сильный дождь превратили улицы города в реки. После того, как шторм прекратился, улицы стали похожи, будто прошел снегопад. Местные жители были очень удивлены такой погоде. В Саудовской Аравии, даже если идет дождь, местные жители достают свои телефоны и начинают снимать, так как даже дождь для них это редкость.